Если они будут пытаться высадить лодки, то лодки только куда-то сюда будут двигаться. Я думаю, они лодки два на... человека. Давай, садись. Так, один ближний ко мне. Я иду. Ага. Я думаю, они катера наоборот в правую часть. Может быть, кинуть. На юг, но туда корабль не успеет дойти в любом случае. Будет очень весело, если они кафетерии решат захватить с помощью лодок. Что-то флаг верный у корабля. Надо было инженера брать. Что-то не подумал. Интересно, они там высадятся, хотя тут? Я иду туда. Где-то? Слышу, глайд не сообщай. Бомбер летит. Да, вижу. То на зенитке. Все-таки будет еще блидовый танк у нас, да. Панзер второй. Ну, логично, у них будет... Катеров пока не видно. Да, у них наверняка Викторс какой-нибудь будет. Будет танк? Да, блидовый. Ну ладно. Что-то еще летит, господа. А, кстати, смотрите на все 3060, они катер, абсолютно катер. Бесшумные, поэтому могут просто проскочить мимо нас. Да, кто там на юге? Литвин, оставайся там где-то есть. Катер, маркер. Two planes going to monastery, they drop off. Two planes, monastery. Between monastery and villa. We have to boat here as well. Интересно, я хоть урон какой-то на нашу антитанком. Там дафт-панк был и еще кто-то. А, Бахье. Потонул. Найс. Стреляй там пехота, стреляй там. You have nobody on the flag zone. Please keep eye on the flags. Блин, ты не бегай за мной, ты лучше куда-нибудь... Это я, ну господа! Может быть... Spaniards are on the planning strip already. Бомбер заходит на этот... I'm in a game. Everything fine. It was Windows issues. Все хорошо, сбил. Сбил ты его? Да, сбил. Сейчас замонтирую. I'm playing monastery. Слишком ли многовато у него бомб? Harbor is fine. We lost landing strip. А на корабле можно замонтировать? Там еще один самолет. Там есть еще место для кого-нибудь? Там Кутузов чинит. Нет места, там нет места. Кутузов чинит. А, все, понял. На корабле только два места. Угу. Well, спотайте самолеты. Да, окей, босс. Все самолеты спотайте для зенита. Бегада кафетерия. Я чуть-чуть продвинусь вперед. О, можно я с тобой? О, Deathspawn's кафетерия. Ладно, босс. Что-то мне подсказывает, что все-таки можно было бы поделить сквад, 5 человек куда-то отправлять на помощь, нет, а 7 человек на большой, у нас нет, у нас большой флаг, город, поэтому если атака, то сложно будет отбиваться. А куда мы едем? Хотя бы это вообще да, для удобства. Он хитрожопый. Кто там на горе стоит? Видимо, они к тебе полезли. А, видимо, кстати, нету и полноценного джипа на карте, да? По-моему, все гражданские. КМТВ отвалился. Ага, это... Ну и где все? Заспотил. Где угодно, но не здесь. Заспотил. Enemy full spell north of Vigla. Лучше спотили на точке. Spaniards. Мне немножко пушат фил. Вигла. А у вас машинка стоит там, это ружая или своя? Я need deathspawn skill. Deathspawn skill. Она убивает там пехоту? По идее, да. Потихоньку убиваем. Roger. Немного... Я самолет звучу. Флагов. Он вообще врет нас. Так вот, немного жаль то, что... Если что, обстрелили уже. Вот, все, вот так и оставляете. Кого убили? Из нас. Кого? Я забыл. CC, team heal, direction east.
enemies coming from the east and southeast. Я спот для арты кидаю, а что-то не попадает. Do you need help at heal? Yep. So, say again, if you have damage points, heal could use them. Не дай минометы им. Guys, remember to locate the rally points. Бомбер на этот корабль снова. Атак from the west side. Ага, он летит, да. Жень. Вижу. Керс, по-моему, что-то спрашивали про rally points. Да, это не к нам. Он будет максимально с левой стороны облетать или с правой. Чекайте. Ага. Там с прямо от корабля, да, что-то плывет. Две. Не потерять корабль. А, там спаун, если что, на маркере. Так, один ко мне ближний. Берсерк, ты, может, лучше в шестой склад иди? А, окей. Там у них будет больше акшен. Вы кричите, если у них... А, видно на экране. Глайдеры и лодка пошли на правую часть. Глайдер — это чё? Ладно. Это бесшумный самолет. Одна лодка, наверное, к вам. Я у вас машинку украду. А, у вас это что ли? Так, что брать? Ралли. CC, boat going landing strip. Copy that, boat going to landing strip. We're gonna get hit heavily. I'm in danger. Блин, я без ремонтника. Я выхожу. Прекрасно, а потом мне просто заехать можно. Take care. Flyer, Secretarian. Лодка. Все. Yeah, they down the Secretarian. I think we need some Death Stones here, if you have anyone. Готов? Маш, парвер. А, блин. CC, George 7, their full squad landing strip. George 7, full squad. George 7. Шпанцев на ландинг этом. On the arty marker. Они говорят, что на юге высаживаются Г-7. Самолет летит. Будь готов. Я его не вижу. Что? Вражеский танк на Ким? Черт подери, мне пинг до 30. Two sweepouts at landing strip. Скачет. Поставили. Видите значок, куда я поставил, там эти парашютисты. Видите? Вопрос. D4? Да. Да. Там парашютисты. Dock 4. Between Dock 3 and Dock 4 enemy paratroopers. Okay, we could use a couple dead spawns and landing strip. Куда там? Они сейчас в H6. Bomber. H6, да? Да, они ушли на север. Они высадили людей типа на север. Ну, уже поздно. Вынес. Ландинг белый. Да, сейчас садись. Там толпа испанцев была на лендинге. Ну это. Monastery, get ready, you're getting attacked. Вопрос времени был. Там на бокс не знаете, где тут? Так, народ, радио и. Радио Литвин, держи здесь ближе к флагу. Я вообще. Я в фонтане сижу. Точнее, ладно, переместиться все-таки. Ну, просто чтобы у вас... Так, возле пустой машины, кажется, я их пробежал. Я бросаю эту идею попытаться завести сюда по центру. Вот тут? CCA Monastery, they're coming from south. You know, have infantry on the east side, also hard in the bushes. Gotcha. Проверь, ралик. Не вижу, не слышу. Но они сделали суицид всем. CCE, be advised, spanners doing suicide. Не заспойте впереди. Have a rally point for Bersin somewhere. Rush your head, cafe rush your look. Тут же наоборот, ложе это получается... Английский корабль, да? Да. Enemy...
Enemy boat on the dock. По-моему, ты нам говоришь. И какой же миномет обоссанная залупа? Нет. Лодка на миникарте в D8. D8, господи, Enemy boat. Ну я слышал. Enemy infantry north side cafeteria. Я тоже слышу. Дрим этого убили у берега, они на юге, надо нам помощь надо. На 75 кафетерия едут. К нам грузовики поехали. Жень, смотри. Блин, да хера. Да, Жень, смотри. Где, кто, я не вижу. Хил атакует, хил 64. Кафетерия тоже. Грузовик проехал к вам, да. Deathspawn's hill needed, quick. Deathspawn, hill. Copy, roger. Очень много на кафетерии идет, походу, с лодки. Откуда, с юга? Полет. С юга, с Д8, да. ССИ have attack on cafeteria from south. Заспотил. Противник с метки атакует. Опускай. Enemy on the flag, so... ССИ, we're losing cafeteria. Да, они взяли, как дуралик поставили. Кафетерии толпа просто. I think heal is good. Двух сторон. Guys to cafeteria. Так, ну, как только умрете, как только потеряете флаг, не спаунтесь. Ну, точнее, повоюете за него, но особо там не усердствуйте. Какая... Еще сверху самолет истребитель. Пец, у них там два отряда, если не три. Ну, вы не сделаете ничего, вы будете пожарным складом. Ну, мы сейчас попытаемся, вот пулемет возьмем. They going to harbor, probably. Southwest. Никто не прыгнул в фонтан, где у меня мина была. Там мина? Внутри фонтана, да. Это в другом месте. Ну, мы они... Так... радио, они на другом флаге, на кафетерии. А. CC, guys, do not forget to give spot for... Справа for у края этого. Окей. Товатура, трейлер. Кто на хил 64? Самолет. Если у тебя кит спотеров, заспать там. Ходите по правой стороне, шестой этаж. Rally free disabled. Это зенитный снаряд ни хера не делает. Очень, очень неудобно. Ходите, давайте, может, тут... этот... Где-нибудь раллик поставим, подождем, пока они отойдут и... Попробуем забрать. Да, лучше отходить. Осталось еще один, остался живой. Dead people around. Enemy east of hill. Enemy east of hill. Пока на хиле, наверное. Народ, на хил. Говорят, что с востока. East side, hill. Там радиска, мне кажется. CC, ascend squad 6 to hill. Дмитрий, если что, потом ползком ко мне. I think the monastery attack is wavering a little bit. They're coming off monastery, but you can move out, HQ. Copy that. Squad 7 moving out. Да, кинь ты ралли на хиле. Да нет, ну ты на спавне кидаешь прям, не надо. С нашей стороны кинь. С таунхолла. Бомбер. Угу. Лодки, блядь! Still lots of enemy east of hill. Да. Копи. Пытаемся. Чё, так кафетерия попушен? Enemy attacking hill from south side. Не, смотрите, там же атакуют хилл. Они... На собаках. Да. А как она с одной... Просто кафетерию вообще кинули. А она торпеду кидает. Lots of people at hill. Ну, чё-то попал. Я need deathspawns, if possible. Камикадзе, ты на хиле, да? Пока да. Вчера же стреляли, сколько торпед надо было? Тут очень жарко.
I have already sent two guys. Ну как типы хил потеряли, их там же так до хера. А там их гораздо больше. Поэтому надо было там быть. Они сейчас, кажется, выйдут. Они сейчас выйдут. CC, we have two schnell bots north of town hall, one coming to harbor. Жень, бери, это пионеры. Взял. Он, видишь, Кемпи, это наш... Potsu, do you need assistance? А это можно разве? Not yet. Не знаю. Ну вообще кемперить запрещено. Это ж не база. Можно, конечно. Шнелбот from North. Спауни кемперить нельзя. Я думаю, корабль они могут. Я не удивляюсь, что они все очки нашли ралипоны. Я отвлек от этой тарии немного. Есть шанс, что мы перехватим хил. Все-таки кинул на... Лёлик, Херсолдатен. Херсолдатен запрашивает помощь. Поддержку, артиллерию. У вас там два корабля, что ли? Один ушел на харбор. Так, ралика у нас нет. У Херсолдатена больно никого что-то не видно вообще. Подойдите ко мне. Покидай мин туда. Меня убили. Около хила, около хила, около хила. Берсерк, ралли-поинт поставим. Кому за летит? Я вижу самолет. Просто сейчас. Ну не сядет там сюда. Ну короче, я просрал этот кит. Harbor under attack from the northwest. Мы взяли хил. Good job. Северо-восток от harbor атака. Watch out for enemy planes, cars. Справляемся. Да. Enemy plane was spotted on monastery 4. Monastery is safe. Enemy going from the north of the harbor. Lots of infantry. У нас свои минометчик ралли снес. И два тимкила, блин. Ну ладно, хотя бы его вынесли. Так наш вынесли. А что это за звук, типа что-то как будто качается? Он взорвался, но... Не садитесь на него, если вы рядом. Там нас стреляют, нет на флаге? На харборе много. Перехватить хил или... Помогите лучше на харбор. Помогите лучше на харбор. На харборе вообще до хера. Они все еще кемперят этот корабль? Да. Да. Харбор... Харбор почти... Сиси, we're losing harbor. Harbor almost dead down. Spawn, harbor harbor almost down. Dead spawn, harbor. Yes, I told you. And by the way, is it allowed to camp spawn place of our ship? Только подальше. Так, у нас противник. На меня противник. На мне противник. Заходит с запада. Опускаю хил. Отсюда, прям в городе уже противник один. А, ребята, вот сметочки противника. Нет, меня убил но були. Почти опустил хил. Но на харборе нам нужен ралли. Пускается флаг, флаг пускается. На харборе камикадзе. Народ во флаг зону. Can I get your guys there? Enemy rally point on Echo 5, 3, 2. А кто южнее меня? Dream TV, сможешь отойти к камикадзе где-нибудь здесь поставить? Вот он, так, там получается еще скрыть один корабль, надо будет его вынести. А, так, один ко мне ближе, не уходи далеко от флагзоны. We're capping harbor. А? Наш корабль не появится, пока harbor. Один человек ко мне ближний. Там один пулеметчик. Он... Казовский ко мне. Все остальные в флагзоне. Capping landing strip. Враг! Capping landing strip fast. Казовский, забей радио ко мне подойти. Прямо на флагзоне, там он. Чё, харбор отбирает? Тебе подойти керс? Да-да-да, подойти, нет, на тракт ставить. Блин, сейчас. Лёлик, харбор отбираете? Сейчас я просто спрыгну. Нет, у нас на харборе никого... Нет, у нас есть... Ждите, сейчас будет флаг. Но мы не можем добраться, просто ралли-поинт не успели поставить. Тандермен сидит. Давай посмотрим харбор, может, возьмем. We'll probably recap harbor, but I need help. Харбор. Copy, we're also capping landing strip. Они уже на флаг-зоне.
Голубой, потом покажешь пехоту. Тандерман, радио Мерш, как ты повернешь? Переулки. Там будет Тандерман, он ходит. Срочно на Харбор. Плюс, Роджер, Роджер. Дэдспорн, Харбор. Ладно, я на Харбор появлюсь. Squad 1, landing strip is yours. Давайте, подожди, мы кинем американцы. We captain back town hall. Nice, good job. Давай тут кинем. Okay, squad 6, keep them busy at harbor. Взяли. What should squad 1 and 7 do? Squad 1 is holding landing strip. Squad 7, actually, you could make an attempt on cafeteria. Мой пинг меня подводит очень сильно. Со всех сторон, блин, пан. Так, народ, шестой склад, возвращайтесь к там сюда, помогите на паун холл. На нашем ралли. На нашем ралли до хера с нашего ралли. Да, я понял, понял. Флаг зона. Так, ралли заблокирован. Блок, ралли. Берете флаг, Керс, только если ты... А, вон. Они поднимают флаг. Угу. Сейчас попробуем переставить. Керс, do you think we can catch your down hole? We will try. I'm not sure. Да, так, давай на кафетерию пока. Maybe try cafeteria from mine. Все, снесли ралик. We got free tank there. Come on, then. Got him. Это гарнизон. Я не успел. Господи, с таким поймом, я не знаю. HQ, we have tank. Помните, you're gonna get a rally point at cafeteria. CC, can somebody take the Panzer 2 tank? Who wants it? Poto? Didn't you sign the wall for it? He doesn't want it right now. Yes, напомни про танк. Polish, can you take it? Wait. Флаг зона, опускай флаг. Медленно, но опускай флаг. Враги. Мне кажется, очень странно работают с Manolan Extreme. Я выбрал самый южный, мне заспавнил на самом севере. Yeah, да, tell me when you're close, I'm sending you reinforcements. Так, шестой склад, помогите нам на Town Hall, мы возьмем. Capture, send your dead there. Мы его поднимаем, мы уверенно поднимаем, сейчас будет минут... Враги идут через ворота со стороны нашего ралика, враги идут. Town Hall. Почти взяли. Взяли, спаунте здесь. Там испанцы на кафетерии аккуратно. Так, пехота там много. Где на таунхолле враги открыли? Они со всех сторон, у них... У них был спаун здесь, поэтому они могут быть где угодно. С юга они идут. Дрим, давай камикадзе, закиньте там ралли потом. Так, у нас ралли... Нет, у нас ралли есть. Лодка на севере рядом. Ой, чё пугаешь, блин, а? Я... Запада? Так, народ, пятый сквад в флаг зоны, пусть шестой сквад ищет ралик. Окей, Deadspawn, Town Hall. Ставьте ралик. Нам надо оба сквада здесь на Town Hall. Ралли киньте, а как убьют, и появитесь на... Lots of people to the cafeteria, east of cafeteria, mostly. Ралли еще был заболочен. Два человека на, так, радио и кто-то рядом. Идут и идут, ставьте ралик где-нибудь в этом районе. С юга идут. Да, здание подойдите к радио. Здесь, давай, вот. Повторяю, пятый сквад держит флаг, шестой сквад ищет ралик. Убил? Да. Отлично, я не слышал. CC, we have Emirali at Town Hall down. Nice, okay. Squad 5, hold Town Hall. Сломал ралик на кафетерии. CC, Emirali point от кафетерии destroyed. Good job. Нашел ралли, реально мне на таунхолле на западе. О, что за красивую гранату кидать. Сколько ты получаешь? Ралли убил на таунхолле. Enemies at Vigla. Enemies at Vigla from North. Deadspawn, Via. Тут что, два отряда получается? Может быть, у них наверное на Vigla. Enemy ship is on land strip. Copy. Шестой сквад, он там на Vigla, срочно. Yeah, we got a fight going down, guys.
Я не могу с этим пингом, это ужасно. Okay, я... for, на 360 поворачиваюсь. Ну чё, может... Так, смотрите, что у нас лодка. Он в общаге живет. У нас кто-то шмаляет здесь. Landing strip, are you still getting attacked? Yeah, we're getting attack at south. Copy that. From the south. Смотрите, они могут с лодкой высадить HQ и ставить гарнизон на ралли. Deadpool landing strip, on east side, enemy infantry. Машинка точно на landstream, 6-й склад, помощь. Это наш пункт. Блин. Я так понимаю, харбор никто не будет брать? Ну ладно. Нет, наверное, нет. Я убил того, кто на пулемете сидел. Возможно, дыму корабль весь уничтожен. Запада. Ну, у них там лодка. Не подходите к лодке, вы ее не убьете. Я убил еще плавающего чела. А, нет. Просто не заспавнится. Фак, на западе пехота. Это корабль был destroyed at landing strip. Team 67, they are in vicinity of flag. Camps. Пехота запад. Tense, sorry. Керс, меня вообще слышно в CC? Скажи что-нибудь. Скажи что-нибудь. Сиси чек. Да, слышно. Я тебя не слышал. Я тебя слышу, но у меня выключен сиси. Okay, he's getting attack also yeah. South Atlantic. Ты сиси говоришь? Он squad 4 got destroyed. Он вигла. What should we do? Anybody attack? Сиси чек. Блять, опять стреляют. Кафетерия, are you getting attack? Все слышали, только что Лёлика. Okay, я его не слышал. Я нет. Landing strip is the only flag getting attacked, so squad 4 got landing strip stays there for a while. Okay. And Magnet, leave your guys fighting there, you're gonna try to sneak up on Hill 64 yourself. Tell me when you're ready. I'm ready. There is Magnet, your infantry at land. Oh, shit. Shit. Come on, guys, recap. Okay, Magnet, just land, use phone cafeteria, go for Hill. Not theoretically, but practically. У нас противник на флаге, кажется, убивает. Мне нужен шестой сквад на Лэнг Слип. Я сейчас повторяю. На Лэнг Слип. Кто полный кинул? Кто полный? Ты кинешь или я? Ты. Attack on cafeteria from the west side. Copy that. Лёлик, откуда они тут идут, ты знаешь? Нет, я только знаю, что забили флаг. Ну, последний раз восток атаковали, кстати, с нашего района. Кину ангары есть там. У вас на таунхилле много запада очень. Так, противник на флаге. Это немцы, противник на флаге. Меня тут только что убили. Rally 2 disabled. Там народу полно. Все с запада в основном идут. Так, это немцы с севера. С севера они идут, где две машинки стоят, ближе к песку. Флаг. На запада очень много идет, запада много идет. Они очень с севера идут. Squad 2, can I move запад, to hill? Север. Yes, go. Squad 4, hold cafeteria. Okay. Squad 4, cafeteria. Squad okay, two, copy. Минус двое. Come on, boys, we need those flags. Nice landing strip. У ангара где-то тут на ландинге. Ландинг стрип тут испанцы. Я place the carry between Vigla and Hill. Кажется, у них в ангаре ралли. Good job, landing strip need зачистить кадр. Сзади. Защищаем ландинг стрип. Убил споттеров, враги знают, где мы. У нас на горе был споттер, и он нас пометил. Mm-hmm. Надо будет переставить ралли. Да все, уже тут 25. Да, слышал ролик. Где-то со стороны нет финик ралли поинт, наверное. Deadspawn Monastery. Курота пошел, Дрим ТВ. Capping Hill. Мертвый на монастыре. Возьми минус ралли. Да, все, мы окружены. Все. На самом деле, кстати, вот у этой... Трех человек, которых я назвал. Убежать командного ролика. Я Кутузов. За пушку. Появится на лодке. Появится. Так, ладно, я буду отпускать. Двигайте в сторону метки. Кто управляет, в сторону метки двигайте. Они не видят метку. Какая...
У меня мои видят. А, вот. Ну если что, метка на Е отправляется на А1, да? Да, да. Честно говоря, это торпеды бы не тренировался, хотя бы не тут, но ну, я вчера на шар убил крабы. Internationals, which one was your plane? И кстати, лодки могут попробовать за счет. Попробуй второй. А корабль, кстати, обратно. Вот туда лодка самолет. Все самолеты наши. Все, нормально. Что зенитка пробивает, да? А тут чуть не врезались. А что, мне в него выезжать или нет? Нет, подождите, вдвоём. А он меня сейчас увидит. Быстрее. Нет, не увидит. Не увидит он тебя. Открывайте. Я вижу, как он стреляет, но я его... А я вижу его свой. Открывайте. Я атакую. Я не могу быть что-то. Он на нас разворачивает. А, знаете, он на вас разворачивается? Он вторая лодка, заходите прямо на него. Не севера, а прямо на него. Roger. Could we go monastery instead? Вот нам попадет. Кажется, попадет. Убили? Гимпи, да, убили. Отлично. Да. Спаун у них вот здесь. У вас его, что нам делать? Виглу взяли. Давай. Можете спауниться там и... Ждем твоего ралика, Керст, или что? Нет, можете заспауниться на Вигле и двигаться на хил. Я не могу понять, как его... На хил? Не на таунхолл? Нет, не на таунхолл пока. Они будут стрелять HQ противотанком наружу, и нужно починить лодку потом вашу. Они не убьют, но надамажат, наверное. Я пока дойду. Это пусть будет отвлекающая атака. Artie need smoke Yagba. Artie need smoke Yagba. I'll copy over. Fire mission. Кодом мы застряли. Нет, я не на намете. Блин, вы что, серьезно? Сломался катер. Как он сломался? Что сломался? Там, судя по всему, снизу есть эта земля, и мы зацепились. Слишком далеко на дату был. Есть. Так, мой сквад, не спамьте, ждите ралика. Пиздец. Блять, мне никто не сказал же. Говорили? Сорян. Все, подрываемся, появляемся и подрываем эту хуйню. Поняли? Так, меня уберем. А можно как-то оттуда выплыть? Я сейчас психану, возьму самолет и получу парашютом просто на харбор, не знаю. Все, я взорвал. Да, давай так и сделаем. Он не взорвался? Не знаю. Не, а не взорвался. Скоро наш должен появиться на первой верхней. Polish one need help at via. We can go to different place if possible, because only our one team member is currently there. Я хотел на точку. Так, мертвый пока не спамьтесь. Вот на таунхолле. Сейчас таунхолл возьму. Окей. А,
Так, народ, мертвые мои, можете заспауниться на командном ралике. Около седьмого ралика есть командный. International is monastery and no go. Downhole взяли. Я вернул 12. Герст был очень прав. Хил невозможно атаковать свиговы. Это очень. Есть командный ралик. Протакуй ставку. Хорошо, что стоит, уж враг на берегу. Не наш. Хорошо, хорошо. Скоро должен верхний берег искать. О, этот лодка появилась. Только самая нижняя. CC, what are orders for the Wigland? Are they Polish or are they Russian? One squad of Polish holds Via. Russians are at town hall, where should be. Copy. Yeah, my squad attacking town hall. They spawn on a garrison rally. Нормально, сейчас. Враги. 30 секунд, бждюк спаун. Нет, только верхний, там еще один. Народ, мой сквад, шестой сквад, это Polish town hall. Вот он, ты сразу кембери их. Я же опускаю кстати. Или он на самолет не действует. А почему я не вижу нашу пятую лодку? Я вижу шестую. Что это? Берсерка. Тут чувак? Бред полный. Ребята, смоки кидайте, смоки надо. Не зевайте, смоки кидайте. Рорк, ты его посадишь или нам хорошо тут прыгать? Стреляй пока. Гатя заспавнился. За ним сидят. Okay, squad 1, it's up to you. Garrison is compromised. Каким временный там сложно. Squad 3 monastery might not happen. Я постараюсь уже не подойти, чтобы было проще. Okay, try to go to hill. Stick up on hill. Пушка не опускается. Плывет на вас. Так, еще заспаунишь на корабле, на лодке, лодка. О, не корабль появился, по-моему, корабль появился. Да, я сделал. Да, уже говорю. Не, я еще на лодке сейчас. Блин. Блин, все мимо, блядь. Просто влево-вправо улетел. CC, who's defending Vigla? Flag is going down. Polish, CC, we are. Polish are stuck. Polish one. Ребята, вы взяли. CC, we are on. Copy. У кого корабль? Корабль это у них. Готов. А у тебя ты катер не взял? Я не буду брать катер, ты бери. The Vigla is clear. Шестой склад, это в каком-то холл. Корабль выплыл, корабль выплыл. Там не нужно земли. Сука. Снес меня корабль. Капинг таун холл. Так ни в кого и не попал. За поворотом, противник. Если see there's attacks on Vigla coming from Delta 4, Delta 5. A bunch. Они не смогут появиться больше, мы захватим. Russians, that's your flag now. Okay, copy. Мы обороняем флаг. Мы пока обороняем флаг. They may have a rally on the south side. Of town hall. Оба сквада обороняем пока town hall. Они на с юга бегут. Squad 6, your squad leader could try to sneak up on harbor, try to get rally point up. Vikla rally down. I will try to do it myself. Copy. CC, second squad going to the hill, right? And Russian are on Vigla. No. No, not. Do not leave Vigla. That's your flag. Copy. Двухэтажный, там на молодом уже. Лёлик, я пошатаюсь на Харбор. Вам нужно оборонять. Хорошо. Жень, ты будешь брать. Rally at Vigla, да. Да, взял. Ты будешь садиться? Кто-то на трехэтажном домике сидит, господа. Я просто не смогу вынести корабль, я вообще не знаю, как он стреляет. Южный ралли. Во флаг зону, черт бы вас побрал. Ребята, ребята! Садись, давай. А там хоп в зону. Town hall, defend, defend town hall. They're still there. We have to clear them out.
Так, народ, у нас нет ранника. They're going from west side town hall. Копи, копи from west. Говорят, что запад захватит. Народ, у нас нет ранника. Два человека. Казовский и Литвин. Поставьтесь на стороне ралли. On the west side of town hall. Окей. Берсерк, давай тоже ставим. Давай. Корабль по нам смотрит. Сука, такие вещи сраные. Он просто, он камперит на спальном поинте. Давай ставку там против. Габзон, даунхол, Габзон. Вообще нет. Донбасс Казак, он просто сел, он тут сел, там. Возможно, он, кстати, ралли-поинт пусть опустил, мог проверить. Я поставлю. ССИ, Донбасс Казак, Кемпинова, ралли-поинт. You can't spawn Кемпин ралли-поинт. В ангарах, походу. В ангарах еще. Два танка еще? Что там? Танк-то... Это битая... Там, блин, никто не прикрыл. Я нет, поставил. Блин, у нас нет ралика. Hand me track, town hall. Ярс, видишь мою ветку для западнее? Да так, мертвый, сейчас будет ралик. Мертвый, вижу. У них там ралик. Блин, здесь прям жопу жует просто. Ралик это. Ладно, я в пехоту. Не, наверное, жопа ралик. У этой стороны неинтересный карабль. Поднимаем ралик. Ой, не ралика это. Котл, предлагаю двумя катерами, только когда оба появится на месте. Ну что, залазь. Так, народ, поставьте ралик где-нибудь в город. Поставьте ралик, вот землю свать в районе может быть. Он слишком близко в флаг-зоне. Откуда гады нападают? Запад. CC enemy ship spotted north of Vigla. Они на наш ралик бегут. Спаунтесь на флаге. У них ролик на юг. Не, почему не стоит? Подождите второй год. Ты видишь, когда появится, пока они... Народ, это наш флаг. Поставьте два человека. Ройер, найди потом. Литвин и Казоцкий, поставьте вот с этой стороны. Окей. Ралик. Бегом. Найдите кусты, поставьте там ралик. Литвин, иди кемпери, иди кемпери. Алло, Лёлик, попробуй куда-нибудь пройти с этой ясенью. Пошли сюда, вот здесь. На флаге. Окей, Town Hall looking a little bit better than before. Окей. Плас, блин. Ралли on the west side of Town Hall. Да, нет, нет. Окей, try to knock it out. По ремонтникам завинься на нижнюю домашку. Не, ну в два корабля-то лучше один будет. Ну, пехоте пить. Давай, блин, все, пойдем дальше. За шестой схват броней бенфол. Я пока с ним так попробую сделать. Давай. Да твою мать, Харальд тупорылый, задолбал. Может быть, шестой схват может попробовать пройти на хил помочь. На хил? Я могу на корабле распланить, если надо. Может, Харальд, может, попробуйте, если вы пройдете к Харальду. Можно заспланить на корабле? Чё? Харбор подсматривается. Hill 64, you lost the корабль. Я подходит к Харбору. Годал. Кто с тобой? Ладно, я тогда. Я иди, давай. О, надо. CC is 64 attack and wipes. Where should we go? Good question. Так никто до ралли когда пройдет. Town Hall Rally is down, we got it. There's a ton of people on Hill 64 now, by the way. Это у нас мертвые. Один на флаг, кажется, пробежал, а флаг не стоит. Okay, what should the squad the Town Hall do? Can six move out? Yeah, squad six, try to get the harbor, if possible. Как они просто крысят в домах, почему-то. Тут рядом со мной. Этот фраг мне можно сказать, что он с пулемета. Испанцы делают могут у нас. Я бы лично зарепортил вообще. Там actually maybe monastery is better for you squad 6. Я напишу это в дискорд. Может мы лучше бы на таунхоле? Нет, там. Рапитность? Squad 6 monastery. Повернись чуть-чуть, Годал. У нас шестой сквад на монастыре. Nice spray at cafeteria. Окей. Okay. Как раз попробую снайперку подобрать по пути.
корабль. Вы справитесь на таунхолл? У вас вроде да, там да, еще сейчас, первый. Сейчас возьмем, сейчас возьмем. Блять, одну промахнулся. Блин, эти падлы с этого. Это шестой склад, притягиваемся на монастырь. Я вторую игру взял. Можешь ралик поставить, если получится? Okay, guys, so if you're dead, spawn, cafeteria gets capped. Да, да. Я постараюсь как можно ближе поставить. Ты бил ралик? Окей, cafeteria is still go. Они просто силу от пулемета нам стреляют. Меня на спауне срезали. Сейчас фонтаном один с западной стороны. Пехота на севере бежит. Отбегает. Бил одного. Да, не с севера заходит. Да, север, северо-восток. Слышишь? Может повернем на таунхолл и поможем им? Блин. Нет, вы кемперите корабль, вы чё? Мы вторую лодку от под. Ну, сейчас с этот. Rally 5, disable. Я говорю, может пехоту высадить, и ты? Да, из меня пехоту высадить, и всё. Флаг падает, народ. Гляди, кинь временку, там вроде нормально всё. Подожди, не кидай. В СССР, там дофига. На холме. Say what? There's 50 billion Spaniards on landing strip. You can't really get in there anyway. Okay. How's cafeteria? Any chance? Yeah. Try to get planes and hit cafeteria. Actually, hit the planes and go to monastery. Help squad 6. We need that flag. На этой горе. Окей. Меня убил Тандерман. Ой, я, кстати, в ближнем бою Тандермана из пистолета-пулемета перестрелял. Удивительно. Ну, не удивительно, на дальней дистанции. Надо пехоту высаживать. Пулеметчик по метке. Ну, понимаете, что у нас 148 тикетов, а мы типа шестой дальше монастыря не пробрались. Монастырь. Ну да. Где мой шестой склад? Что он делает? Где берсерк? На лодке? Да, я на лодке ждем этот корабль. Я там с холма всех снял кого-то. Брата, подожди, see, who's taking care of Вигла? Just curious. Polis, second squad, you should be there. Кстати, корабль GMP. С одной торпедой. Простите то, что этот, я к вам залез, корабль. Ничего, что с одной торпедой корабль. Он сказал, что стой склад? Гэнт. Polis. Polis one. Кстати, это чё? Попросту. Ага. У меня что-то подкинуло. So, Polish one is out down. Пробуйте Polish second should be slot. Еще нас be in different place. Я тоже не понял, нас выкинуло жестко вперед. Polish second should be at Via. Хотим флагзоне на этом поле. Кто к северу? Two guys there, just second floor, that's why we're asking. Gray flag, town hall. Можешь попробовать переставить ралли? Блин. Вот где-то. Классно. В этом окружении. CC, are you camping tunnel? Ребята, у нас 46 тикетов, а у них 25. Типа мы дальше таунхолл и Вигу не пропустим. И что ты предлагаешь? Не знаю, я просто говорю. Вообще, наверное, хайн корабль не хочет. Всех глаза есть. Наверное, кто-то один хайн корабль плавит. Корабль как плавит. Мы можем опустить монастырь даже. Ага. Толку, правда. Like, guys, there's no one at harbor from the enemy side. There's only one member of our team. Yeah, there's also not 22 tickets anymore. Oh, sorry, I didn't watch on minimap. I heard this. Don't worry. Oh, but отлично.
Просто весь раунд таунхолл. Okay. Good cap at monastery. We are capping harbor. Все команды причём. Good job, good job. Я на первом. А здесь медали за два раза подряд на первом месте. Я могу их выбить за заслуги. У тебя еще нет медальки за первую тройку. Ладно. Там с восточной стороны у забора ставьте, потому что там флаг зона. Лёлик, там аммобокс на западной части флаг зоны, кажется, есть. Ой, восточной части флаг зоны. А возле фонтана, я помню, был на... Ну-ка, взрыв, поставим прямо. Все готов? Да, коробки вижу. На коробках. Мамбокс. Забавно. Корабль. Спочу их. Да, глайдер и корабль. Я вот думаю, пробовать ли заминировать береговую линию. Снайперки не было. Да надо просто постейтить его. Как заехать? А вот кстати, enemy planes and boats and going to landing strip. Copy. Yes, yes. Керс, я в том раунде так и не смог на ганамане заехать. Я думал за пингана, мне кажется, это проблема не ганамана. And the plane is going to monastery, maybe. Он разбился или что? Он не разбился, он просто не может въехать на этот город. Я убил ралик, и вроде полный кинули, но они там вышли все равно. Надо вот здесь постоять. G6, испанский отряд идет к нам. Понял. Нам нужна будет помощь, этот Газоцкий, его же возвращаться к концу, так что сходит, там уже не нужно, что пехота, они идут. Да я возвращаюсь уже. Толпа идет на флаг. Это как надо встречать? А? Надо встречать их, они там где-то были, может по берегу? А, кстати, две лодки в тыл заплыли, поэтому они... Да, они уже здесь у нас. И самолет, по-моему, подлетает. Глайдер. Я видел несколько человек в G6, но они, может, на север пошли, не знаю. Ребята идут с почву. Куда идут? Ага, я вижу. Enemies have rally point between monastery and Vigla. Ух, да хрена их тут. A lot of enemies, это George 7, George 6. Толпа испанцев, да, в G7 теперь. Ралик у берега есть. Их минимум 5. Да не, снизу, уже на холмах где-то. Не разбегайте далеко, стягивайтесь в флаг зоне, нам надо их как можно больше убить. А нас тут... Потому что мы не удержим этот флаг. Там человек 10 минимум. Поэтому надо заныкаться в флаг зоне и просто-напросто убивать тех, кто будет заходить сюда к нам. Как меня просто нашел. Any idea where their ships went? Да, я вижу. Может, нам сразу закатили кафетерию там. А он убивает на кафетерии? Я не веду. Нам надо убивать. Are we landing strip, guys? It's under attack. Lots of enemies from north, from east. So, их до хера, Их прям до хера. Где? We're gonna lose it in a few seconds. Yeah, we lost it. Do you want us to defend it? Try to recap, let us do so. Okay, copy. Так, пока пробуем контратаковать, то я сомневаюсь, что мы сможем это сделать. Я заспаунюсь на кафетерии. Там полкоманды, там и Тандерман теперь. Меня убило. Yes, looks like entire Казацкий, ты был на монастыре LA все время, at, landing strip. На севере. Easy peasy, меня just kill them and catch the flag. CC Monastery, are you having action? Что Казацкий? Ой, что Казацкий? Так, на ганамаге вы там доехали, да? Гоняйте просто... Меня убило. Не потеряйте машину, уезжайте. Да, уезжайте, не оставляйте им. Едьте, значит, там сюда. Может быть... Там где-нибудь Годл один. Здесь будьте, обстреливайте их. Одно выраня. Блин, чё? Меня сняли, всё. Да, блин, дерево не хватает. Меня как-то через броню сняли, я не знаю. Очень легко там есть эта версия. А ты окно закрыл? Guys, come on, before that spawns. If your flag is... Where do you need them? Надо смотреть, чтобы они юг это... Народ, не разбегаемся от флага. Я на севере смотрю. Right now, not need that spawn, but if flag... Destroyer, two boats.
Целая команда была, Годл. А у нас как раз мало людей тут было. Человек 5 на почему нас было там мало? Они едут там. На нашем ГД-маге. На когда последний человек в ГД-маге остался. Nice recap, Monastery. Now hold the flag. Забирайте его. А, убивает Тандермен, идет с юга идут. На кафетерию? На кафетерию с юга. Идут, а у юга есть домики, вот он около этих домиков. Тандермен еще юга. Это Ральдик, но так их не набирали. Ко мне кто это вообще преподадим? Кто тут? Тут Ганамак есть. Как? Не вижу этого. Да, тут машина переехала. Нижний спот, нижний спаун, нижний спаун. Request fucking artillery. Да, вот с северной стороны сделала машина переехала. У кого пулеметчик, господа? Мы сейчас флаг потеряем. Ой, господи, как помогать мне. SCC, heal under attack. Copy that. In control right now. На юг, еще вчера. You would like artillery. Okay, cafeteria, flagstone empty. Отлично. Это наш ралли. Противник атакует флаг, сейчас опустится. Керст, рядом один враг. Это убил. Там теперь можно ралли. Enemy truck heading to Villa. Радио у нас справа был сзади. Убийца ралли вражеский. Кафетерии опускают. Да, enemy truck. Так, Керст, может ралли поставить? Битве Вигля. Да, ставьте на ралли, Да. Где меня убили, короче? Я только что ралли видел их. Они ставили ралик, ралик. А может быть здесь, да? Да, здесь ралик у них. Вот там вот. Ралика нет. Да вы издеваетесь. Окей, Керс, send your guys to Hill 64 and try to sneak up on landing strip again. There is probably difficult. Send your squad to heal 64. Okay. Все на хил. Сейчас они потеряют. Давайте на. Все на хил. Support and artillery on hill. На западе кинтерали кто там? Сейчас. Кидайте там рядом. Soon we will be losing. I think it's divisional. Да, тут надо вывести squad there. Ставьте ралик на севере. Get those rally points up and fight. Что, Лёлик? Блин, Лёлик умер. Это был юг. Надо ставить на севере. Сейчас мы кинем. Флаг держите. Copy that. Так хил или монастырь? А мы обороняем хил. Голик, не слушать то, что говорит на втором ралли враги. Ладно. Это Рор говорил, что северный монастырь против. Видел, да. Юг пушит немного. Ну, в смысле, слушаешь, что говорят CC, но... Пулемет готовишь. Так, они с юга спасли. Севера, севера тоже идут, север идут. Машина въехала во флаг-зону вражескую. Со всех сторон идут. На юге была толпа. CC requesting attack on landing strip. Yeah, squad, I need five, someone. Squad 5 is going for landing strip now. No, please be fast because they are attacking heavy on hill. Just keep on fighting. You have half of the army there right now. Они где-то дальше. Аптечку взять, стой. Огонь. У них... Убили. Передо мной толпа появилась. 64. Couple of minutes and I'll get a mortar up to you at hill. На востоке? Шарай убил. Машина появилась. Ралли убил. Очень хорошо. В окопах много. They are coming from all directions. Okay, harbor, dead spawn, harbor. Мертвый на harbor. Enemy infantry close to harbor. Точно? See guys, who's trying to sneak to landing strip? Thank you. Squad 5 what is doing? Squad 5 is flat. No, some other guys from different squads trying to sneak to landing strip. Где я нахожусь? Yeah, it's our guy. I already told him that you, he have to wait for you on our comms. So, проверяйте все палатки. Is it problem? Yeah, yeah, that's a problem because when you're attacking an unassigned flag, you attack the unnecessary attention. 140. Right. Okay.
That will spoil any sneak attack. Okay, Roger. Они я уже слышал это. Okay, Chen-P, you're gonna get a mortar up in 2 seconds. Заспучу. Copy, thank you. Для рты. Kirsten, no one see him, he told me. Because I told him that you will go, like 3 minutes looking on the mini-map, so it's okay. Yeah, I understand, just do not do this. Right? Wait, do not flag want to unnecessary attention. Harbor под атакой. For flags, we'll plan to sneak attack. Для коп с юга. Кирс, где мы должны больше помогать? Мы должны броняться на хиле. На хиле, я сказал. Понял. Просто харбор взяли. Мертвые на харбор должны были заспауниться. Ну, я так и сделал, в принципе. CC, ship to town hall. Так, мертвые не спаунитесь. А, у нас ни раликов, ничего нет. Сейчас будет ралик, сейчас будем мы делать так у нас... Таунхолл, enemy ship is coming to Таунхолл. We're defending. Много поднимаем на хил, но их тут много будет. Бля, все, не держим. Ну, хил потеряли, короче, мы. Да-да. И то это потеряли, да. Сейчас будет ралик, готовьте на лайнинг. Готов. Готово. Ждем. Спаун. Кто заспаунился, ложитесь. Там у них, по-моему, склада 3 этот хил атаковали. Лежите, так, лежите. На самом деле пошли. Четвертый, третий склад, если бы, например, хотя бы по причине. Во флаг зон, во флаг зон. CC, Polish squad, second, going to cafeteria. Do you copy? Так, copy that, go, go. Thank you. О, мина в палатку, по-моему. Да, смотрите, мины. CC, we cap in landing fast. А не, мне показалось, показалось. Чё, обороняйся. Дымы наши на полосе? Да, это дымы наши, дымы наши. Невидимая мина Very была. Good job, good job. Поставьте ралик. CC glider landed fox Enemy four. Glider north of monastery. Где-нибудь, поставьте ралик. Да, невидимая мина. Где-то еще третья может быть мина аккурат. Где ралик кинут там? Причем невидимая. Они боговные. Где ралик кинут? Так всегда. Монастырь где-нибудь недалеко, попробуйте, вот я кидал в этих драках. Стреляет. We have a lead. Spaniards are attacking from north. На севере пехота, где? CC, what's going on town hall? Ставьте ралик. Need dead spawn to town hall. Где ставили? Okay, dead spawn town hall now. Юг, ралику на... А, переставили просто. На севере убить. Да, я поставил. Ребят, из флаг зоны не уходим, пожалуйста, что это за бред? Polish one will try to take back quick. Нет, есть она просто. Севериландскипа. А давайте, блин, они сейчас таунхолл просто. Убил пехотинца. Где? Вот он. Вот что-то рядом стоял. Она миномет лупит, у них есть наводчик. На севере далеко пехота или нет? Я убил уже. Господа, кто хочет найти их минометчика? Только не все. Он где-то недалеко, наверное, у хила. Один человек, Власов и... Таунхолл рекапчут. И... А, ты... Что ты? А Таунхолле помогу. Отобрали они. Так, кто там смело у нас? Кутузов и... Ладно, стрип, how's it looking? На зенитку кто-нибудь залезти, на пушку. На зенитку. Где зенитка? Сейчас залезу. Фак. Я могу залезть, я могу. Керст, хаус, а на зенитка разрушена, инженер нужен. О, фак. Плюс репит. Хаус ландинг стрип лукинг. Файн. Окей. Но энеми активитис. Вачек нужен. Кафетерия. Is that gonna be captor? What's the situation? Ну, я еще его вижу. Запад просматриваю. Squad 2. Fighting over cafeteria, it's hard. Okay. Ладно, я буду просматривать юг, лучше вы юг тоже просматривать. Пехот заспотил. Смотрите, да-да, к нам идут с запада.
How is Tomna? Do you need it's death bombs on Tomna? I think. Spot one, how's it looking at town hall? Do you need death bombs or are you not handling? Really? Wait. A flag NP, yeah. Town hall. Send a couple of death bombs here now. Yeah, we need. Okay. Death bombs. Death on town hall. Сюда самолет летит, по-моему. А нет, не сюда. Нормально. Слушай, вся команда Town Hall защищала по ней. Кафетерию заведет. Окей, погиб Town Hall fully. Мне кажется, третий, четвертый скот на кафетерию. Пару чек людей. Монастырь, я тебе Монастырь. Хорош. Я возьму твой хитер, идем, а еще починю. Сеси, can you send someone to defend landing strip? And we will attack cafeteria from east side. What for? Нет, тут нету дорогита. Landing strip. That's right, you're at corner 3. Sorry, not. Yeah. Polish. Squad 1. Yep. Get in cafeteria. Copy that. After a cafeteria captured, One Polish squad to landing strip and hold. Мне кажется, лучше бы они на Вигу отправили бы кого-нибудь. Yeah, defend landing strip, the second squad is cafeteria. Hey, Polish second to cafeteria, забирают. Copy. Да как они... Copy, and Polish one landing strip. Roger. Okay. Так, народ, мне надо суицид. Власов, радио... Come on guys, keep the momentum, it's good. Tell me when you're ready. Squad 5 is ready to go to hill. Атакуют север. I told my guys to spawn in if it take a while. Кафетерия. Суицид, короче, война тебе сейчас. На мне рали. На мне рали. Да, вижу. Так, рали пометки. Okay, we spawn in. Пока не начать, не делать пока суицид. Бери споттер в следующий раз, просто ставь этот. Yes, enemy rally point is a 7K7. Я перепутал его так, с врагом. Так, давайте, народ, Власов, Камикадзе, радио, суицид. Окей, squad 1 is да, готов, суицид. Сейчас будем атаку на хил делать. Да, я так подбегу к тебе рядом. Ну, так, я боюсь, что тебя заметят. Я там пушку починил. В принципе, да, ты недалеко. Так. Squad 1, holding landing street. Squad 2, cafeteria. Squad 5, go for hill 64. Squad 4, try to recap, монастырь. Так, сейчас будет. Давай, Спанс. Больше дымов, больше дымов, больше дымов. Валик вынес. Пошли, пошли, на кафетерии. Блин, запалили. Откуда, откуда? Поэтому я... Быстрее. Флагзону, флагзону, флагзону. Минус. Да, блядь. Да всё. Ну, хилл впитывал, сам не взять. Расчёт был нам. Давайте ещё суть. That's one Wigler, that's one Wigler, two direction attack. That's one Wigler. Wigler north Wigler and east. Wigler north and east. Мне на Виглу пойти или на хил? Да, на Виглу, на Виглу. Все, запейте. Squad 5. Squad 5 requesting new orders. Squad 5, you're still rally point up. Я копи. Продолжаем атаковать хил. Продолжаем атаковать хил. Керест, you can try to sneak up on harbor if you can. Не знаю куда, может на Виглу пошли. На ралли, на ралли Enter нажимайте на раз. Polish squad second, sending some scouts from cafeteria to hill. Copy. Ну чё все зевают? Rally 3, disabled. Третий раллик заблочен. А, они со всех сторон стреляют. CC squad 3, you lost your rally point. С моей стороны идите, с моей стороны. Still dead spawns via. С моей стороны идите. Блин, просто да, перекрестно уже. С вас, к востоку от ралли. Давайте вверх есть. Чуть-чуть возьмем, наверное. С моей стороны идите. Wigler losing, losing Wigler, losing Wigler. Dead from Via. Мертвый на Вигле, мертвый на Вигле. We got killed, we got killed. We got enemy jeep at landing strip defending. На лендинг направо, то... Ну, надо было направо. В атаку. Все на флаг. Nice hill. Нет, мне еще кулдаун. Okay, squad 5, defend hill. Обороняем, обороняем. Где у них? Где атака идет? Казовский,
Крикнусь, если там много... Чё-чё? Landing strip defending, northeast. Надо полный ралли на хиле, наверное. На хиле бегать. Да-да-да, ставьте на север. We're trying to avoid the attacking part. Они... севера не ставьте, севера из них. About 60 tickets behind, we can do it by defending. Флаг опускается. Ну давай. Опускается флаг? Там на хиле они бегают. Припущен, да. Блять. Где он? С восточной стороны. Не в отель кинули, на флаге там кинули. Там, да. Зенит. Папа, Камикадзе, это ты, пан? Слушай, это... Дину на флаге... Машинка старше стороны. Вот здесь. А у них как бы за ландинг стрип. Ландинг стрип, ландинг стрип атакует. Да у нас... Я на Харвард пробую пройти. На севере транспортник появился. Мертвенно... А, уже не поздно. Okay, Vigla is a bit calmer, we got him. Yeah, landing strip is getting lost. Могут мне успавнить? Landing strip атакует. Okay, you see, Polish squad, squad second can go to harbor. Машина едет, да. Enemy car going to the cafeteria. If we got someone on cafeteria, we can go to squad harbor. Squad 1 cafeteria, squad 2 go harbor. Roger, squad 1. Come on, boss, we need to be fast. Она либо, они либо на кафетерию, либо на этот. На... А наших убивают на флаге за восток. Северо-восток. No attacks on landing strip anymore. Just hold один. What you got. Попробуй nice frame monastery. Что ли? Они okay, прибыли. Thank you, good job. Ну, 85 тикетов, конечно. Как это мы здесь? Сколько нашему танку осталось жить? Где он? Б6. А, радио, ты трансляцию делаешь? У меня с YouTube проблемы. Но ВК видео он стримит. Ой, мне кстати кажется, мне просто, даже просто видео не было, мне даже там не видели. А, ну, ВКонтакте без регистрации просто удаляет смотреть. Ну, я могу потом передать мне, в принципе. Не, ну, мне без разницы, я не знаю, ВК посмотреть, мне просто какая-то проблема. Понял. У меня какая-то последняя проблема два дня. Через VPN резко скорость замедляется. У меня сейчас потери кадров 60%. Постоянно забываю делать скрины. А, ну, ладно. Ну, мне просто надо финальная статистика. А, да. Я могу скрины скинуть, финальной статистики, у меня видосики есть. А, ну, ну за эту битву мне надо было просто. Окей, squad 4, okay, don't stop attacking monastery. Слушай, okay. Я не знаю, конечно, это они молодцы придумали, но... Go сами, once again and then spawn on the flags on like cafeteria. We will get harbor. Откуда yeah, он меня увидит? Say again. So, don't spawn monastery, spawn cafeteria. Squad 4. Roger. We hold what we have now. Okay, guys, now just try to kill, and do not die. Котозов. Да. Там наверху убивают на вышке, нет? Не знаю. На мне джипик. I think we need help at cafeteria, there's a big push coming in. Where we need... Yeah, you got squad 4 there now. Это одиночка какой-то был он. Fighting over harbor. Слушай, если я прошучу, шучу про то, что умирать это гейство, мне сразу бан дадут или чуть погодя? Чуть погодя. Да не, ничего не просто есть же такой приклад. Remember son, dying is the gay. Day. South of the cafeteria. Я вижу шип юго-восток. Копи, south. Между нами и кафетерией. А к нам подъезжает, к нам подъезжает. Да-да-да. Блин, заходит с восточной стороны. Юго-восток. Да, восток, юго-восток. Ралли убил. Еще идут. Ребята, север, север. Кто пулеметчик? Левее враг был, левее. Еще. Нет, северо-восток, HQ. Thank you.
Там вас убил. Come on, guys. Лол, я челика на нож насадил. Какой раунд? Четвертый? Печь. Блин, меня обстреливают. У меня был шанс там кого-то издалека шлюпать. А мы чё, не пользуемся глайдерами, что ли? Они каждый раз сажают глайдер в G6. Кстати, да, почему? Это высадить именно на правду. А где мы здесь на Берлин? Вот тут, наверное, на метке. Да, просто ставь это по... Ой, тут... Ты аккуратно вылази, потому что там это... Сразу направо, приди направо. Magnet, go! Магнит, мы чекаем. Где маркер? Знак просто. Понял. Кто вы находитесь на третьей наводке? Я появился. I didn't know that, sorry. Не, взяли где, по-моему, было бы сложить? Стрек или подальше? Вот тогда на берегу киндералик. Кто-нибудь вылезет, чтобы... Я вылезу. По сигналу. Вылазите на лодке, все на нашей лодке вылазите на небе. Anti-aircraft gun is down. Там этот пехота сидит вон. На 330, по-моему. Кто там в лодке? Меня обстреливает. На 330 пехота сидит. Думаете, блин. Закончились патроны. Блин. Что-то мало патронов. Так, там, на 330. Флаг. Я вышел. Вон, на мне можно. Лазер, подожди. А, вот земля, да? Я понял. Блядь, побежал. На лодке, как взорвать лодку. Пиздец. А тут вообще-то тут не важно, что тут крайка. Окей, squad 3. Не спаучи. Yes. When you get over there. Yes. Squad 5, get that rally point up, suicide your guys and go for monastery. No, should go to rally. Full Polish, cafeteria. Cafeteria, Russia. Squad 4, we will be landing the S3 area. After that, to start moving towards Hill 64. Can you repeat on this for the second Polish squad? Full Polish. It should be what we have in the game. Go to cafeteria. Copy. Should we clear first landing? Start moving directly. International hold landing strip and clear it. Copy. Давайте все. Бегите. Прям. Справа на горе, по-моему, снег. Знаешь что, Рой, по-моему, лодку одну смогли спасти, но я не уверен. Гранаты. Зачат куда-то. Там противотанковые. Уходите. Internationals, you have enemy infantry near the tower, south side the... And yeah, south east. Там есть флаг зона, да? Да, на крыше есть. Отлично. Да, блядь. В сторону ралика идут. Один за мной. Кажется, мне у них ралик может быть. Okay, guys, start to the
south side of the island with the boats. Буду роликом прикрывать. Поляки берут. Вы сбегайте тоже, подходите. Поставьте ролик поближе, два человека. Натриум и Камикадзе, ставьте ролик. Прямо у стены там ставьте. А, окей, понял, на метку. Понял. Ну, без разницы, ставьте, взяли. Ставьте ролик все равно. А, давай сюда, мы под обстрелом. Окей, вот бот монстры. Да, бля. Good job. Окей, ролик на метке, ролик на метке. Бегом к тебе. У нас все равно не торты. А, блин, точно. Ну, я хотя бы и пометил. Landing strip, how's it looking? Не помню. It's clear now, I think. What do we have, squad leader 1 at monastery? Так, ралик нужен, ралик. Флаг пока держит. Они с юга за стеной. Да, стена так и монастыря. Yep. Я по ралику стрелял. По ралику. Да, ралик у них тут. Отлично. На штурм штурм? Да. Отлично. Thanks for it, cafeteria. Всё, ралик минус. Ah, not tank, sorry, it's a frame carrier. Далеко на юге пехота есть. Споттер далеко на юге. Но не очень далеко, я видел его. Блять. Да ненавижу эту простительность сраную. На юге на флаг за ней есть еще. Ага. А в доме, походу. Да-да, тут один, по-моему, остался. Там чисто все. С юго-запада. С юго-запада трой забежал. Так, нужно ралик. Ралик ставить. Ралик ставить. CC Squad 1 from Southwest Enemy Infantry at Monastery. I'm a little bit still amazed why Squad 1 is at Monastery, but... Да, они у этих, у ворот, у фонтана где-то там. Забегают CC Shepard Landing Script, because he has naval support. Как мёртвый не спаунчи пока. CC Squad 4 defending or attack. Squad 4 try to if landing strip is clear you can start pushing towards hill. We will get cafeteria. Okay. Copy that, capture and hold cafeteria. Испанец, Билли. Мы готовы, короче. Да. Все, пока не спаунчи. Ждите, меня были заметили, пусть они успокоятся. Okay, monastery is smoking crack right now. We will not get to the cafeteria. Давай уж появляться. Не, подожди, тут пулемётчик. Okay. Okay, but there are a lot of them in cafeteria, so we can move somewhere else quickly. Okay, Pauls, can you just hold your spawn for a second? Нет, if we capture monastery spawn here. Так, ладно. We're capturing monastery, it's gonna take about 10 seconds. Быстро. 4 секунды. 3, 2, 1. Пошли. Okay, maybe 15. CC, we're attacking hill. Давай, все. Go, flag zone. Go. Good job. Там противника не будет справа. Okay, capping. Full pole is monastery. Okay. На вышке справа, только лучше крови вам. Скам. Подпышка один. Подпышка. За палаткой. Радио. Чтобы я видел. Он держит перед тобой. Он там за палаткой. Я вижу. Don't hear it anymore. Там за комментарий справа. Сосед на камеру хилл. Окей. Магнет. Мы пошли. Copy. The ship still out at some. Clear guys fighting a hill and try to sneak up on harbor by yourself. Yeah, copy. Should second Polish squad go to Vigla. Yes, if monastery is clear, go. Copy. First Polish monastery. Yep, okay. First Polish monastery. There are some enemies in the monastery from north. Просто я просто беру, а? В смысле? Я постоянно беру.
А что на юго восток убили к этому? А еще на одна юг, есть восток от флага. Еще одна снайпер. Окей. Сейчас попробую сказать координаты. Брали полный пинг? Нет, не полный, это мой. Где нам пинать? Он где-нибудь на севере может быть. Там короче, где-то ровер должен знать. А, D6? Мощность такая есть. КП6. Прям по центру этого квадрата. Так, дымы на северо-востоке. Там лощины подолжены. Помнишь, кто не ради покидали? Дымы где? Дымы у четвертого ралика. Это не наша арта-миномет? Нет, не на... Ну, в смысле, миномет наш. Может, он, по-моему, спут... Так, стоп, слушай. Это ралик еще. Foxshot 5, enemy track, spawn monastery. Так, где еще остальные? There is a spawn track Foxtrot 7 somewhere near Monastery. Was it Monastery 7? Sorry, Foxtrot 5. Copy. Опа, есть, я снял на вигле. I cannot count. Сколько тут метров? Да, ты чуть-чуть теперь на восток, на восток смещайся. На восток, очень строго на восток. Когда холм увидишь, примерно перед холмом, там между кустиками, okay, looks like big attack, got full bar. У нас нет жералика, да? Мы обновили. Да, вот примерно где ты сейчас. Вот примерно там они. Magnet, spawn your guys to hill 64. Okay, and defend hill 64. Kerst, when you get your first position. Ah, never mind. Yeah. Нашел? Kerst, you have a good defense. I will need help at monastery. Rally one. Okay, Keras, try to seek up a cafeteria from the north side. Sierra? They're attacking from the cafeteria to hill. Yes. Haha. Better chance to succeed them. I will try to sneak to town hall. Copy that, go. Never mind, we're good at the monastery. Copy, monastery clear. No dead spawns anymore. No, it's not clear. Okay. Flag is down, half down. Get to the flag. Build on water. Значит, они могут там поставить гарнизон на ралик. На юге еще одного противника. Он хотел, судя по всему, но я его убил. Человек тебе залез, будут спутить. На юге еще один. Вон туда, куда я смотрю, видишь? Кусты. Он в кусты тут, смотри. Там? Он перемещается, видишь? Трассеры, видишь, мои? Там вон, спутили. Еще раз стрели. Вон там, вон, видишь, вон там. Между двух кустов. Вон там, да, вон там. Пехота. Да-да-да, вот, пометил его. Это спутер, наверное. Попробуйте пропушить, да. Кажется. Попробуйте пропушить на кафетере. Сесси, да, Squad 4 defend hill. Yes, Squad 4 defend hill. Я копил. I will pay my guys to push на кафетере. Камикадзе там нет проблем, да? Они меня обстреливают. Так, народ, пушьте на кафетере. По-моему, с юга меня обстреливают. Dead spawn landing strip, please help here. Direction of the attack, Potro? South landing strip, full Spaniards. South landing strip.
Я бы не сад, но я getting overrun. Не, 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 вот где, где, все, все, снял, снял. Good job, Вилан. Я вчера в сторону смотрел. Кто? That's what I like to see. We're looking at it. Кирилл Пап. Just keep it up, guys. It's going well. А, подожди, Керс, ты говоришь, кафетерию кушать? Да-да, кафетерию, кафетерию. Так, где... У нас пока 4 флага, у них, блин. Это не надо. Давайте защищать уже. Не-не-не, нам надо подопрягать, как четвертой защищается. То есть мы не ставили пожрали, просто атакуем. Они не расслаблялись. А машина захвачена от Харбора. I think if you have a couple of spare guys to send dead spawns to landing strip, that might be useful. Просто возьмите машинку и надо разбежать их в флаг зону. Грузовик овраг. CC squad 4, you don't have a rally point on hill. Magnet, get it up. Sorry, what? Rally point, get it up. Yeah, yeah. На каких-нибудь флагах нужна помощь там? Пока нет. Nice. The landing strip still getting heavily attacked from the south side. Yeah, my enemy right point near empty jeep. Yeah, might be as well garrison itself. Copy. Yeah, we got garrison at landing strip. If you have anything to spare, send landing strip. Dead spawn landing strip. Landing strip. Under control for now. Okay, tell me early if you need help. Copy. Не дает, падла, различие. Спокойно. Вы это не попадаетесь под этот миномет. Landing strip flag zone. Copy. Умираете, зазри. Try to hold, get your guys in. We got a rally, just need help landing strip a little bit. Попробуйте проехать на... Так, Monastery, Monastery, infantry, west side, on the hill. Copy, Roger. On track. Monastery, are we capturing? No idea. 11:10. Кстати, тут можно попробовать по вот этому разлому добраться на харбор? Может, но тебя заметят. Okay, Potsu spawn heal 64 also. Start pushing towards попробуйте пушить этот самый кафетерий, но как умрете, да-да-да, на харбор. Вам надо просто умереть. Но не просто умереть, а суицид а убить обо что-нибудь. Поэтому берите машинку и едете на кафетерию. So, heal 64, start pushing towards cafeteria. Copy. Так у нас была такая толпа на ландинг, но потеряли. Не, ну было так. Squad 2, don't wander up for me, clear. Давайте, давайте, давайте. Рот, вам нужно убиться. Squad 5, Squad 4, defense. Yes, Squad 4, defense here. Давайте, все суицид. Окей. CC, we have empty boat. Made. Copy. 19 секунд. Блин, слишком близко. Подожди, 15 секунд. Флагзон слишком близко. Поставим. Наверное, тут вам... Смотрите, север от меня будет... Попасть, шаг лёг. Дом, 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 дом. Все, давай.
That's called monastery. CC, CC, you need a boat. Dead spot, monastery. Monastery, northeast hill. Still, the Spaniards. Yeah, we're capping harbor. Copy, negative zero. Good job. Okay, dead spot, monastery. What about the next position? Yeah. And what, do not wander off too far from the GPF flag. We'll build. Copy, we're under control. Корабль. Так, меня только что убили с юга. Мы scared them at landing strip with a plane. We got sneaked near to our hall just in case. Enemy is inside here. А, корабль стреляет. Чуть-чуть на игроков есть. Убил за забором. Они ещё могут с корабля это... В доме там. На юге. Подсветил. Пометка. I think we need that spawn to the monastery again. Надо полностью на ралли поставить. Ничего. Там на юге на крыше. Come on, Hill. Двое их там. Так, на одного убил. А ты же где-то на крыше есть, это. Перед одного убил. Кот уже над тобой есть на крыше. Его убили, по-моему. Я расстрелял, да. Валик, слышу. Wellsen Hill. Надо наш кинуть, я не могу сейчас проблемы. Да, надо бы. С юга, наверное, вот там три человека есть, поставить ралик там, или там спаун. Team 1 was wiped out fully from the story. Нашли ралик? Try again. Блин, слышу его. We need one more flag. Ставьте наш ралик, у нас нет ралика. Come on, guys, we're 10 tickets behind, we can do it. Можешь ралик. А чё, здесь поставить? Да, ставьте там. Может быть. Ну. Nice, good job. Короче, okay, where should squad 1 move to? Hill 64, it's a distance. Yeah, that's from Hill. That's where it's Hill. Да, в террорик, два человека. Что? Они перешли на запад. Ну они наверняка с корабля сориентируются. Нет, не далековато. Кстати, по кораблю кто-то бегает, может. Двое по кораблю. Они высаживают корабля складного, и он ставит ралли. Да, сейчас на корабле двое на полу. Все еще на западе, Mom, let's fucking beat them. Клинказа, прям перед тобой, справа. Что? Не надо ли его слева, за домом брать есть. А сволочь! А, корабль, ну, где-то здесь. Он прям у берега, прям у берега. Он не прям у берега, он чуть дальше. Heal smoking crack. Good job. Viglia, are you also on crack? Viglia is currently okay. You are on crack. Cafeteria, everything okay? Which? Good. Harbor also. We kind of under attack. They are landing troops from the ship. Okay, so full bunga bunga. Okay, guys, keep it up. 50 tickets. Ебаный ФХ. Нажимаю 10 раз. Yeah, destroy it, build up. Viglia, enemy infantry, flag zone. Yeah, coming on. Get your guys inside, do not wander off. Just hold Viglia. Ну, опять, у них первые четыре позиции — это испанцы.
Пам-пам-пам, потом две следующих позиции, это испанцы. И скажите мне после этого, что испанцы не сбалансируют команду. Empty truck near landing strip and cover. Big attack on Viglia. Dead for Viglia, dead for Viglia. Мертвый на Viglia, мертвый на Viglia. Have artillery. Fuck, still needed. Вот этот флаг. Come on, boys, 20 tickets. Hold the flags. Keep your guys inside the flags. Все, успели. Окей. Честно, я попробую с противотанковым. Just kill those fuckers. Мы должны были. Squad 2, go, 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 go. Не тот счет, конечно, с которым хотелось бы. Что на харбор так близко? Нет, они просто обстреливают с корабля. Его не убивают. Как делать 9 фрагов? Можно выиграть. Руэр бомбит что-нибудь, где много врагов. Флаг падает, народ. Deathspawn Harbor, we're losing it. Deathspawn Harbor. Just kills them. Нужны фраги, у нас блиц. Блять, зря резко. Не подставляйтесь под корабль. Чтоб он не убивал. Он почти белый, могут быть в дом. Датрум слева, ну, слева, за углом. Это Тандерман, Герст, аккуратно. Come on, 5 kills, come on, you can do it. Two more. Два фрага. I got deja vu. Блять, стыдно было 50. Come on, hold spawn. You can do it. Kill them. Kill one guy. Один фраг. Не подходите к кораблю. Nice. Good job, mate. Еле. I'll take it. Их у берега тоже ловить. Я воля. Я за зенитку сел. Так, единственное, что тут около меня находится ближний. Ставим ролик. Что, кроме них? Да, тут постоянно. Я пойду куда-нибудь спрячусь. О, два глайдера сразу. Да-да-да, глайдеры летят. Туда зенитки быстрее. Ты тут ляж, Я уже приземлился. Сейчас. Помню, закрывай. Эрс, что это за карта? Спотнул. Минус один. Спотнул глайдер на востоке. Да мне этот холм закрывает весь обзор. Их тут толпа. На мне глайдер. Разбился? Перезаряжаю. Прикрывай. Лодка плывет. Реально разбился. Прям не знаю. Сверху с твоей стороны. Они погорели слева, бегут чуть выше гонал. Это может быть специально, чтобы. Но у них глайдер распавнился. И пехота есть G6. В G6. Да, чуть правее уже на landing ship, landing strip, south side, Gabriel's 8. Не сразу на also angry plane sounds around hill 64. Сейчас пойдет толпа. I'm not at hill. Я прячусь, я не буду. Yeah, I think a plane just went by to south to cafeteria. Котл перед тобой в кустах, в этих кустах больших кустрак. Пиздец. Забрали пулемет. Да. Севера много. They're coming northeast, landing strip. That's our landing strip. Say again?
Deathspawn landing strip. Deathspawn landing strip. Enemy infantry, north side, tents. Испанцы еще тут. Ралик на мне, ралик на мне. О, моя последняя позиция, храм, вражеский ралик. Я видел. Сейчас. Да. Окей. Get in the flag zone, try to hold them as long as possible. Sure. Okay, that wasn't long. Okay, try to push back a little bit. Let's see how it goes. Чё, на шаре? Блядь, он не успел гранату кинуть, сука, заспаунился, чувак. Я нашел, да, его видел. Ну, там, где я был, последняя моя позиция, где-то... часа на 4, наверное, от нашего ралика. На 5, может быть. Да уже, в принципе, смысла нет, наверное. Ну, я попробую слепую кинуть. Кто на зените? ССИ, Голос Лайнинг Стрейп, Requesting Orders. Try to capture. Okay. But in case if we lose our rally point, where do you want us? Unless you capture Island, that's the only place we have to go. Okay, where you want my squad? Landing strip, push. Или хил? Our rally point is blocked. There's a new one. Тебе толпа бежит, Керст. Я прячусь. Okay, we have a truck north side cafeteria. Probably harbor or hill. Okay, Керст, your flag is now harbor. У них прям толпа бежит. Так, на харбор. На харбор. Okay, we have a truck coming to cafeteria. Они движутся прям по полосе куда-то на запад. Ну я, блядь, появлюсь. Okay, we can use dead spawn's cafeteria. Dead spawn's cafeteria. Флаг в порядке тут. Где вот эти щики? Пока там бронять. Поставьте ралик, я бронять пока там. Я нахил приеду, а то они сюда не скажут. Okay, hold dead spawns from cafeteria now. We're trying вот to clear поехали. It. Вот. Да-да-да-да-да. Всё. Кто стреляет? Это наша? Где тут этот ящик? Нахил надо. Нахил, по-любому. Ящик с боеприпасами. They're coming to the monastery from the south. Сейчас быстро гляну. А может они на кафе... Аккуратнее. Они на кафетерии шли. Ты меня предадило. Посмотри на час от флага, вон где радио. У нас ралика нет там пока, на харбор. Which flag is getting attacked right now? Cafeteria is getting attacked now. We could use a couple of guys. Народ, поставьте ралли где-нибудь. Cafeteria north side, smoke, east side infantry. Страны может быть, да, поставь вот где-нибудь, здесь ставил ралли. Heavy attack, cafeteria, mid-test. Так и надо. На крышу, ну можно на крышу, в принципе. CC, там, наверное, будет флаг зон. CC hill, they're asking guys to your east. Hill east, some guys. Need that spawns at hill as well. Also, that's one hill. Мертвый на хил, мертвый на хил. Ебать. Не разбегайте трепот флага. Я ящик ищу. А я на вышке. Не, я не всем помню на флаг. Понял, грузовик на флаг приехал. Вы как раз смотрю, хорошо делаете. Я вижу. ССИ, we have a empty jeep south-east of harbor. Да. At least full squad at cafeteria. Okay, we got the rally at hill, never mind. The monastery, right? The monastery getting attacked from south and from monastery. Ships nearby town hall yeah, and harbor. Yeah, monastery. Okay, HQ pulling away to monastery. HQ is at monastery to assist squad 4. Hill 64, get ready for an attack. Один далеко на юге там был, но за ты где-то не увидишь. Town hall under attack from the north. Hill 64, they're hitting mad pipe hard. Full attack. Flag is going down, Hill 64. Monastery, flag is down. На хил.
Помогите на хил. Забегают на хил с... Can you guys get a relic one up before you go? Флаг забирай. Умми and... У них или командирский, или интернешнл. Потому что это два отряда такой. Nevermind. Да, у них два ралика, похоже. Окей. Давайте резайтесь на хиле. Хил is falling, we could use some dead spawns. Yeah, I see you coming. Вы проверяете немного берег, потому что он там орков не берет, и они оттуда могут... Я буду за ней смотреть. Чё там нахер отбили? Пока нет. Во всю войну. Вы не отобьетесь. Испанец и интернешнл. У нас корабль появился. Угу. Вот это крыса. Блин, крыса. Вот, вообще, честно. North of Harbor. Чего он не появляется? Где главная база? Okay, we good at here for now. Че, должны были квадратик какой-нибудь сделать? Смотрите, с западной стороны, между хилом и харбором. Я не мог не таким уже... Гранату у них ралли, хил, один. Squad 1, ралли поинт блок. Yep, thank you. Смотрите, они могут там пройти на харбор. А, я вижу поляну, тут всё. Меня зовут Асмар. CC, maybe if squad 4 can abandon the attack on monastery and spawn at harbor, squad 5 can do a stick attack on landing strip. Copy that. Squad 4, last attempt, if you fail, move to harbor. We need death spawns here. Что у нас? The hill is falling. So, squad 4, if you fail the attack, then spawn at harbor. We are capping. Copy. Okay, Kerst, just hold. Блин, я сказал. С юга много забегало. Ну пока не двигайтесь с харбор, пока не двигайтесь, оставайтесь там. Готл, давай на машине проедемся. Опа, пеха вижу. Похуй, уже поздно. Все, к нам идут. I think they coming to harbor. На этот, на харбор? Ну, как бы, Костя okay. Под нас. Полная машина. The squad defending hill 64, go to harbor. Yeah, okay. На харбор, да? Да, вон я смотрю. Squad 1, harbor. Tell me when you're there. We're spawning in, we good. Народ, пока у тех, кто умирает, не спавнится. Take the cheap out and fast move. В воде кто-то плывет? Скорее всего, они там ралли еще поставили. Squad 5, you're ready to go. Where's your ready? Окей. О, меня ралли уже отрезал. У окраины города. Не спавнитесь, не спавнитесь, не спавнитесь, не спавнитесь. Зачем мы защищаемся? Мы там другой склад защищаемся. Actually, harbor is under attack, I think we need help. Yes, that does not kill you. Давай как потеряем хотя бы. Во, ну блин. Мы сейчас harbor потеряем. Flag also down, harbor. Ладно, спаунтесь, пробуйте harbor защитить. Вот. Сономолить. Они с берега пришли, это не наша. Вот почему важно это. Кстати, прикольно реально поместить. Да блядь. Не примерно от воды, ровно с севера. А это... CC squad 1, enemies coming from north side, from the harbor. Okay, Keras, after we... Yeah, stop floating, get your rally point landing ship, go. HQ and squad 1 is holding harbor. Так, народ, давайте суицид делаем так на лендинг. Там возьмут первый склад и... Блин, у нас идут много. Все, готово, готово. Рара, поищи там ралли. Я думаю, 4 там хватит. Должна быть такая сильная защита. Enemy ship coming to the harbor from north. Пошли. Enemy infantry attacking town hall from south.
За пушкой враг убивать его, нет? Сзади. Нет, сначала заберем, потом. У него сегодня все равно нет согласен. Флагзона, да, в ангаре? Да, флагзон, опускаем. Ну, сейчас опускаем быстро. Надо ждать его. Окей, we're capping the landing. Вышел за пушки. Кто у Рали? Смотрите на пушку. Таунт был контратак. Поздно. Сейчас возьмем. Кажется, сейчас, по-моему, прибежит. А, нет, он там. О, один на пушке был. Все, убили. Блин. Меня Альсаха так смешно убил. Так, держите позицию, я пойду на пистолет. Там по нам стреляют с юга пулемет. Убил на севере пулемет. Угу, точно. Я вышел за ему. Невидимые мины опять аккуратнее. Он кидает на входы в эти палатки и бараки. Там хотите. Поставьте полноценный ралик. Где-нибудь со стороны, наверное, берега, вот где-нибудь здесь может быть. Окей. Так давай там поставим Кирсет. Вон. Я не понял. А, ты знаешь, Камикадзе тебе подойдет. Да-да, я бегу. Ты про бомбер? Бомбер улетел. Он улетел. Command squad 2. Yeah, plenty of infantry at town hall. Both sides, south and north. Блин, по мне кто-то. Таунхолл просрали. По мне кто-то стрелял. Я не знаю. Я на вышке с 7. Сколько стороны тебя обстреливают? Я не знаю. Но монастырь у них, так что там может и один человек какой-нибудь. We have lost Таунхолл. Okay, squad 2, spawn landing strip. Так, народ, давайте убейте себя что-нибудь. Пропустите на хил. RP still active, but... Okay, try... Берите машину, пропустите на хил, там... Где? Надо? Где? Да, юг. Ладно, добейте. Убил. Немец. Ладно, забейте, пока монстр ребенок. Машина наша или нет? Угу. А, с моей... Меня только что противник пробегал в вашу сторону, поэтому... Может вдоль берега? Да, вдоль берега. Вот от меня и в вашу сторону бежал. Так, меня убили. Брэнс, слышишь? Возле машины пустой. Так что там высадились. We're capping town hall. Say again. Да, что там народ кучкуется. Say again. Landing strip, dead spawns. Так. Nice one, squad 4. Они не успели поставить. Dead spawn, landing strip. Они, походу, поставили, да. Чуть не слышу ничего. Nice grey at town hall. Да, поставили. We'll cap Republic. Наверное, южнее это, юго-западнее этой зенитки. Ну, спец флаг. Альсахат тут. I need help at town hall. Okay. Надо зону okay, if you have spare guys, town hall could use them for a couple of minutes. Надо. Я ральгу ищу. Бля, не слышно ни хрена. Это напрягает.
Бля, западнее, западнее. CCV Squad 3, we have a bit of trouble keeping Willy alive due to modifier. Need help at landing strip, they're coming in. As you see, they come into landing strip from west side. Full squad, dead spawns. If you have dead spawns, landing strip, dead spawns, Wiggler, dead spawns, Wiggler, north. Wiggler, north, dead spawn. Wiggler, north, dead spawn. Okay, dead spawn, Wiggler. Мертвый на Вигл, мертвый на Вигл, Вигл важнее, мертвый на Вигл. You're losing downhole again. Вигл важнее. Они атакуют север, все на Вигл. На корнях я смогу здесь поставить на кафетерия ралик. Тем более, что у нас на нашем флаге расклад, ну да. На севере проверьте. Вигла, how's it looking? Yeah, Вигла looks clear, Вигла looks good clear. Job. Какого черта мы тут заспавнились? О, потому что там просили мертвые спавниться. Ну, в любом случае, так, не спавнить мертвые, убирали по что-нибудь. У нас как ралик еще есть, но нет стрип. Ну, пусть пока там постоит, если он полноценный, пока они о нем не знают. Надо, чтобы вы обо что-то убились. Протакуйте что-нибудь, хил, например. Карт, sorry, it was my bad, I... No problem, no problem. Okay, because we did shit and with And I sent my guys to hold Wiggler, because it's more important. Okay. It's basically was part of the plan. Full squad attacking town hall from west. Copy. Ну что, Кирст? Лучше не спаунчить, пока что-то практически... Да-да, мне надо еще пару человек, у нас не так-то много. Я еду в атаку. Still infantry, west side town hall. Пока у нас ситуация под контролем, поэтому... Да, пока не требуется прям сильно отправить. Да-да-да-да. We're doing well, let's try to bleed them out as much as possible. Не надо. Это лишнее внимание. Heavy attack, town hall. Грузовик такой говно? Civilian truck. Гражданский. Seahouse Harbor? О, четверо готовы. Готовьтесь, сейчас будет. Готово. Давайте, пока у них тут рядом спаун, надо быстро захватывать. Все. Пошли. Да, блин, 15 секунд. CC Squad 5 атака на пистолет. Ох, зря я суициднулся. Okay, enemy rally point at town hall. It's in the building at B4. Keep at 4. That's a roger. Just on the squad 1 leader, it's just on your other side. Это еще есть, где-то еще есть враги. You hear it? Они с восточной стороны. Yeah. Западом. We'll try to take him out. We got it. We got good the job. Rally. Okay, town hall defense. Keep it up. Сюнгом. Okay, Monastery, are you getting attacked? Not really. Good. Okay, hold it. Далее не вижу нигде. Ангайфа! А, по-моему, с моей юга. Стороны машин едет. Под нашим ралли дома, там раллик. Под нашим ралликом. Угу, там у них спаун был. Блять! Они уже у флага, у задней стены особняка, все налево You're пошли. Doing well. Keep it up, guys. В сторону юго-запада. Будут They have to come to you. We don't have to go to them. Watch out, they're suiciding. Okay. Where? Натрим, где-то тут у них... А, everywhere, окей, suicide, sorry. Окей. С юга тоже, гранат кидаю. Так, с юга, пулемётчик лежит к югу фонтана. А, вылезу на это. Монастери, деспан монастери. Деспан монастери. Где-то я... They are coming from east and from south. Ралли убил там, надо флаг не дать поднять. Я держу, забираю его.
Бежим, 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 бежим. Ну, у нас есть пока 4 они флага. Они были на юго-западной стороне. Я потом переставлю на лендинг. Вот это надо. Давай, давай. Один в фонтане был. Ну, с ральтером упал. Так. Убирайте, не спаунтесь. Обратно забираем. Угу. Ну, у вас сколько? У вас там трое? CC, two boats to town hall, two boats that's to town monastery. Hall. That's from where? That's from monastery. That's from monastery. На монастыре, говоришь, что монастырь на помощь. Boat, north side, down hall, get ready. Ask, squad 5, go to monastery. Copy. Two schnell boats at north down hall. Всё, 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 иду. А, блин, с юга тоже. Поставьте там ралик, поставьте там ралик. Два человека, поставьте ралик с восточной стороны. Там под обстрелом. Two snail boats coming to harbor. Careful. Надо все на монастырь. Копи, dead spawn. Пруд, топа. Не понял. Кто появился? Севернее может там. Блин, кто-то... Yeah, copy, ставьте, boats out. Там под... Дай... Мы там обстреливаем там. Стой, стой там, Ройер! Стой, да-да-да-да-да! Да, наш хил берут. Дай поближе. Дай. Это не наш, по-моему, граната будет. На юге есть от ралика. They are south and inside monastery. Окей, копаем. А говори, что с юга монастыря. Oh, town hall. Вот я все еще вижу, как с севера пруд. На юге есть точно. Там okay, guys, now's an excellent time to stop dying and start killing. Stop the assaults. We hold what we have. Сейчас. Иду на юг. Так, тихо, что-то слышу. What one? Hold the attacks. Okay, we'll not attack anymore. Один с севера, правее, натриум, правее тебя. Я, возможно, возле тралика, но не уверен. Just shoot, do not attack, just kill. Один гад пытался ралик найти. North of monastery, guys. Squad 1, fall back to harbor. We are wasting tickets. We're defending the rally, we're holding here, not attacking. Так, ралик на метке для арты. Прям на него. Блять, сука, заебали. Сейчас я гранаты туда шмальну. Enemy at town hall. Там за деревом, прям возле дерева. Ну типа внизу. Ты говоришь, что okay. Не, не там... Внизу, внизу, да, за стенкой, короче, hall. Там. We saw the... Again, do not attack unless you're getting attacked. Shoot and hide. Monastery flag. Один у стенки. Come on, boys, get to the flag of monastery. Хотя бы можно стрелять. Блин, они переставили, что ли. Я с подстолки успел туда. Точнее, не с этой оружием. Так, сейчас ралик поставлю здесь. Давай. Давайте. Ну хотя бы возьмем. Пошли. Да чё? А, блин. На, два тикета. На вышке можно было. Белосток. Типа живет в Белостоке. Стреляет. Кто там стреляет? Чё? Чё не стреляет? Я типа не знаю. Ну они знают. Я вылажу. Ну. Стоп. Бац, I have faith in you. You know what you're doing. It will be good and fine. Не заспавнился. Я не могу заспавниться на лодку. I do not trust this pilot, though. Well, shit happens. Давай я выйду.
Чё я скаутил? Бля, уже стреляют. Блять. Что погнали, за... Погнали, погнали, погнали. Дебил, не убери. Блядь, у нас в команде. Я убил? Не убери. CC, I was killed. Трансляция, чё-то... Copy that? Yes, they expect us at one of them. Раунд, видимо, не заснял. Copy that, hold phone till landing in airstrip is getting captured. Я против как схемить, смотри, конечно, что получилось. Я еще и перегрев. Котл, ты ищешь? Да ты ни хрена не можешь попасть. Она вам, я не, она у нее как будто разброса нет никакого. Ну то есть я не понимаю, как я прям по нему целился. Видишь, она прям по нему попала, прям по нему. Он не подыхает. Это бред какой-то, это зенит говно. Да я сяду. Но убили, там только много если нет. Harbor is capped. Roger, что, высаживаемся? Enemy ship. Get you up, squad 2. What about Asang, please? Да, давайте спрашиваем. Тогда на базе, да? Да. Вы только кит, который с парашютом, это вот. На девятку тыкать? Я да, уже... да, 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 девятка два раза. Кит этот, как его, ну, ружье, ружье обязательно. Окей, я взял его. Где прыгает? На кафетерии? Yes, you see, I don't think landing strip is gonna happen, to be honest. Yeah. Copy that, yeah. One harbor going 64. Copy. Yeah. Let's leave left this strip and go from the west side. Там на харборе. Ну, мудрились. Я буду в красной зоне, если он собьет в красной squad зоне, two. Сразу should we бан. Stay at harbor or attack? Squad 2, whole harbor. The rest, push for heal. Самолет можно okay. Заговорить? Ну, надо было бы хотя бы, чтобы на, там было на базе, не знаю. Ладно, хорошо. Ой, там зенитка рядом, шмальнул кого-то. Это тоже прикольно. Вон корабль, вижу его. Ну все уж. Capping landing strip fast. Gonna need dead spawns here though. Fox Talk 3. Высоту набираем. Да-да, там корабль, он прям вот. G3. Yeah, landing strip is over, landing strip is over. Copy. Больше надо. Squad 5, start sticking up on cafeteria while you're there. I was thinking about monastery. Okay, stick. Это что, тебя тут убили? Керст, или ты там был где-то? Да мы друг друга убили. Причем он сдох первый, до меня только потом пуль прилетел его. Гетчап! Окей, Squad 1, make him your own! Не-не-не-не. Мы прыгаем на кафетерии или на таунхолл? Да, давайте на кафетерии прыгайте. Хорошо. Высота 700, и надеюсь, зенитки не достанут там. А, их же тут и нету на том холле. Даже, наверное, больше 500 набрал, нет? 770. А, ну все, не видно уже.
Hill 64 is being attacked. We have to clear this 64 тут hill. Тут видимость 500 с лишним. Она в высоту бывает разная там, по-моему. Ну чё, прыгаем, нет? Ну давайте это... По сигналу. По сигналу. Раз, два, три, прыгаем, 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 прыгаем. They're attacking Hill 64, they're in the tents. Блять, я почти что прыгаю. Lucky's in half. Я случайно открыл парашют. Раньше времени, ладно. Any spare guys, you can spawn on the glider, south glider. Я пехоту разнес. Блин, наш... Наш самолет нас выдает, короче, прям там, где мы падает. Ролик поставить или нет? Ролик поставьте. Не-не-не-не, нас перестреляли в воздухе. Тандер тут тянул. Не спаунчишь, не спаунчишь, я попробую на Вига пройти. Ты что, единственный, кто приземлился? Не, я приземлился, но меня Тандер убил. Уже внизу. Кафетерия пытался гранату кинуть, но не успел. Так, сейчас будет ролик. Не знаю, насколько удачно, но... Ой, дай мне... Тут... Там враги так, для ждем еще радио. 285. Там споттер с западом. Да, я вижу. Пойдем, на фото. На фото. Левее есть враг за деревянным. Да. Пока нет. Зенитка работает. Да, да. Очень. Team 4, be advised, there will be guys from enemy team coming from cafeteria towards landing strip, probably. Yeah, lots of spawn. Okay. Nice, good job. Yeah, Team 4 is being attacked landing strip from the cafeteria. Good job, yeah. Because you shoot her. Так, на вас тут куча этих. Ага. Убил ралли. Отлично. А, СЖ номер ралли, это выглядит дестроит. Оборонить пока только. Ралли, а поставьте наш. Там могли пробежать. Ставьте наш полноценный ралли. Так ну ко мне ралли. Флаг опускается, они с запада зашли. А, we're losing Wigla, we're losing Wigla. That's one Wigla. Try to hold. Roger, let's pass. За палаткой, за палаткой. Сколько? Если что, нам не может высадиться. Так, мне еще 100 секунд. Можно монастырь. Я понял. Монастырь можно взять. Это полный ралик, да? Да, да, полный. Монастырь нормально. Окей, squad 3, hold it, down the wall. Чё? Я не слушаю. Повтори. Я на спампоте сижу, надо. Они за пока видела, у меня еще 100 секунд, поэтому... А, да, они прям близко за палатки появляются, чуть на склоне, юго-запад. Да, блин, у них эти палатки как будто вот специально для них бронированы, ничего не пробивается. А за палатками и здесь? Не-не-не, юго-запад за палатками. West side, town hall. Не, просто чувак тут бьет, но он по поясу вот закрывает палатки, попадая в палатку, но его... Yeah, we are on town hall, we are on town hall. There's guys in the hills.
там южнее где-то по городу. Не 5. Тимуан, you want help at hill 64? Okay, squad 3, I'm moving HQ squad away from town hall to Vigla. Squad 5, back ready for a hill 64 attack. Так, подождите, не спаунтесь, не спаунтесь. Соси, squad 5 can attack hill. Yeah, just hold until we get squad 7 there. Не капер. Так, мертвый, не спаунтесь, мертвый, не спаунтесь. Давай сейчас Вигла хватит просто. Ладно. Ну там сейчас 7-й склад будет. Ну ладно. Спроси, мне нужна поддержка где? Понял, понял, понял. Нет, не появляться. Не появляться, не появляться. CC squad, do you need help from Stenbot? Окей, squad 5. Go, go. Да блин, запада от I still enemies west of Bigla, enemy sniper. No, они появляются. We are losing harbor. Enemy on harbor. Да, good one, теряет harbor. Team 1, team 5 will help you out to heal. На этой самой, на башне. Кто на башне? Кто на башне? Кто на флаг? Флаг еще не писал. А он уже не появится. Опускаем, опускаем, опускаем. Правильно вынес. Сволочь. Спас. Харбор, атрофак. Потеряли Халик. Там, где я зашел. Харбор, ты не видел? Squad 5 lost our way, where you want this. Видимо, рядом с ящиком. На Вигле... Squad 5, request the orders. Go from Vigla to monastery. Let's pick up there. Говорят, что помочь нам на монастырь. Давайте заспавнимся на глайдере. Че, у нас команды реально не стоит вообще. Че ты знаете? Да, я давно не было. Павел is taking the ship. Так, Керс, в следующий раз возьми так печки и будь нашу монастырь, чтобы ты кидал. Шнабл. Так можно делать. Их не используют. В глайдере? Да, только второй глайдер берите, не северный глайдер. Окей. See, tell Otto that he can go to monastery. Copy. Tell him just to land inside the flag there. Ну, знаете, нет. Alright. Идите, отвязать кучу. 52 и сделать такой налет и 52. Каждый по самолету и прыгает на фланг какой-нибудь. Дай так. Мега налет. Мега налет получит. Не-не-не, ну красиво будет куча, когда куча порт, этих. Порт Эбен и Мэйл. Ну да. Хотя нет, блин, там. Нет, скорее надо это. Голландские гонрумы. Там правда их покрашили все. Ты на глай? А, в этом лице, да. Нас уже заметили, мы бегаем, помню. Даже слышно, да. Ну да. Вот он зря там, на самом деле, потому что сейчас... Мы сейчас прям в флагзон сядем. А. Власть, власть, власть. Ой, я прям на крышу. Я с флагзон. Скажите, когда флаг будет. Я сейчас выводим 5 секунд. А пулеметчик бежит северо-западного угла. Squad 5, monastery is your flag. Squad 4, hold spawns. Magnets hold spawns, I'm gonna get a garrison ready to cut that area. Да.
Okay, they will make... Ah, Кен. Sorry, Кен. 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 There's probably infantry moving towards town hall south side of Vigia. Yeah, we see some, copy. Там два человека. Which squad is on Vigia? Да, это мой дом. HQ. Okay. Так, меня, по-моему, только что убили... Мама не так, а, дыр, север, это. Север, на мне, возле а, меня. Они кинули до линию 100 градусов. У грузовика на дороге. У грузовика на дороге. Окей, squad 4, squad 4, да, да, они там высадились на дороге, на подъемчике. Купи. Один зашел уже на флаг через... Убил, так, убил, второй, убил. Второй заходит. С юга. Так, вижу, где они отспавнились. Сраник заблокировали, блин. Squad 5 rally. Они так быстро. Я сейчас. Squad 4, Vigla is your flag. Да, он работает. Купи. Нашел их ралик. А, теряем, ну нет. Убил их ралик. Убил их ралик. Отлично. Сесейн, мы ралит монстр или строй. Где пулемичек? Джаб. Ну они все еще идут. Ралик был, ралик на дороге, ралик был. На флаге враги есть? Нет, вроде пока нет. Harbor under attack from the east. Так, надо быстро глянуть, где там снайперка была. Вот реально. Мы тупили, надо было с самого начала так делать. У первого... CC, full squad harbor, full squad harbor. Watch out. Восточные ворота. Full squad from hill. HQ spawning into harbor. Второго на хан видел. Харбондер, так. Все убили. Немецкий отряд Харбор такой. Блять, юг, юг, испанцы. They put in some dead spawns in the monastery, I think. Okay. It's a Spaniard. Okay, dead spawns monastery. Ah, блин, может он опять в доме. Okay, monastery is fine so far. Harbor still under attack south east. Который юго-запад. Дом там есть. Давайте, ко мне кто ближний? По-моему, с севера стреляют, да? Я окно держу, которое западное. Один человек ко мне под этим ближний. Шмальну туда. Блин, я ближний. Ладно, я пойду. Сейчас иду. Упс, ну промазал. Там двое, что ли? О, уже там минок. Окей, инфантри мувинг. А у нас все это проворачивало, блин. Камикадзе, в этом вот здании на втором этаже снайперка есть. Да-да-да, я посмотрел. А, убили испанцев там? Да-да. Да сука. Где была мина? Дом мне не сносится, постоишь. В этом доме или нет? Да. Ныло я не бью. Просто. CC, VR, you got some infantry yourself. Блин, нас танк вынесли. Так, попробуй зенитку вынести. Так, машина. Машину кто-то взял. Грузовик взял. Наша. Нет. Кто-то грузовик наша, взял. Наша. Так грузовик был появился, и он взорвался просто. На дороге взорвалось? Да, что-то взорвалось. Вот тут вот грузовик только что, вот здесь.
на секунду моргнул. Если там где-то нужна помощь, то скажи, я появлюсь. Я понял. Monastery, are you still getting attacked? No, we're fine. Yeah. CC, there's some loners south of Vigla coming town hall. Keep an eye on hill. You need help anywhere? Current moment is clear. I think no. Squad 4? Nobody's on the flag zone. Frag zone, but the frag is clear. No, это же. Yeah, monastery. They are going from the landing strip towards monastery by foot. Copy. Ну там немного рельеф напоминает реал, по-моему. В той же степени стоит, как хашный крит. Ну. Там, я не знаю, поражет. Штамиром. Ну, мне кажется, это вообще какая-то... Are the gliders that big, or how it works? Ну, я не знаю, но... Вигла, getting attacked. ...для этой компании. Постоянно какая-то переделка, может быть, помнит, нет? Ты хочешь сказать шляпу? The Vigla self-attack. Watch out, Vigla self. Не, ну она совсем такая... Окей, Vigla gets ready for contact. То есть... Так, кто-то стрелял. Да, я слышу. Где их команда атакует? Monastery, infantry, on the road, next to the empty truck. Copy. 3, 4, 5, 6 guys. It's a full squad. Monastery, dead squad. No. I see rally point one enemies. Там, короче, ралик у них южный флаг зон. Твои метки, Кирс. Monastery, enemy на флаг зон. Южные дороги. Да. А с востока близко. Противник в флаг зоне уже. Да чё мы сделаем тут двоим-то? Я не вижу туда. Dead spawn, monastery. Нам надо мега полет на U-52 сделать. Дай выиграть сначала. Противник в фонтане. Все, субы идут. Ой, там так. Как заметил? Enemy rally point destroyed, monastery. Death spawns monastery. They coming from rally point 5. Со стороны нашего ралика. Там вот противник один по метке. Убил его. Это немец. Там у них может быть этот командный ралик. Harbor under attack. Death spawns needed. Death spawn Vigla. Oh, they are pissed off right now. С востока вижу, с холма. Блин. Вигла, флаг, Вигла, флаг. Dead spawn, Вигла. Good job, monastery. Как зря, а? Наши ворота подходят к ним. Rally, Вигла, down. С какой стороны? Так, а с запада идут еще. Ну, ближние ворота к ралику, вот с этой. Да, с запада заходят. Ладно, Still need help with monastery. Monastery is under attack. Do you need help somewhere? Yeah, monastery. Один будет Copy. К ралику подходит. Я буду ралли.
Так, нашел ралик вражеский. Убил. Их, они и оттуда, короче. Может, один с тыла, один с флага. Может, ралик поставишь свой? Да, давайте. Прям возле меня слышу, где тут племянчик работает. Поставил. Ага. Да мы переставим. Вилла, watch out, they're going from monastery towards you. Yeah, there's okay. A lot of guys at Vila right now. SCC was already at harbor. What's going on there? Are you attacking hill? Squad 2 is moving to hill 64. Давайте, gotcha. Давайте это, мегаполет, пока тихо-то есть. Еще как ралли потеряем? Надо флаг забрать. Мы все равно выиграли. Harbor is quiet. Это рядом, по-моему. Да-да-да, мы зашли. Забегайте флаг, забирайте. Опускаем. Капин монстры. Нет, мы не сделали мегаполет. Да нахер. А север на... Ice Grey Monastery. Да ёбу, блядь, откуда Питер, блядь? Monastery, watch out, roof. Какая? На крышке, вероятно. Наверное, надо мной на крышу. Не-не-не-не. Let's go kill 7 of them. Пускают. Теряем. Ставить на флаг. Ой, там пехота дохуя. Надо 3 килла всего лишь сделать. И там пехота, блин, человек даже не заметил. Урод! Последний килл был. Фонтане? Ну давайте фонтане, да. Ну да. Только воды нет. Забыли налить. Мне надо его сам материть добавить чисто по фану. Я, кстати, сегодня танк вообще не заметил. Не знаю, что не нравится. Видел. Меня наш катер замочил танк. А что это за танк был? Викер? Крузайдер, да. А, Крузайдер, ну, логично. Так, теперь... Все на корабль. По-бурому. Нужно еще с парашютом спрыгнуть. А тут нету. Ну, база не там. А. Да, где тут нормальное это? Идите вот сюда, вот где радио. Тут можно забраться наверх? Да. А, нельзя. Стой. Ладно, идите сюда, на корму. Не-не-не, туда. Давай фоты. Пока этот стоит с пистолетом, фоты, прикольно. Готово. Давайте. Мы с вами хоть всех разную анимацию.
Да как-то к берегу, наверное, его. Не-не-не, корабль к берегу, а не пехоту. Будем на берег. Вот это, у меня нету... Я под водой плыву, ребят. Без неба видно нету. Под водой плыву. А, там. Там, по-моему, земля мешается. Я под водой плыву, вижу винты. Я, погодите, я разберусь. Ну вот я хочу попробовать, да. А там, по-моему, очень мелко. Yes. Yeah. Where are you? Don't want to disturb your pictures. We're right now at the ship at harbor. Roger. Okay, thank you. Well played, guys. Yeah, well, could be better. Roger, I got you many times today. Yeah, yeah. Она еле идет. На полном газу. Давайте, давайте. Давайте подпихнуть. Так, билетики ваши, билетики. Да, все. Ну все, да. Ладно, я скрины сделал. Беск, че? Как оно? Как оно работает? Ну... Что вообще? Проще видео скинуть, наверное, сейчас. Ну, короче, она просто корёжит пакеты. Так что, вот это... Да, кто тест-под, фильтрующий оборудование, который мы не ставим на провайдерности, она уже смотрит под домином.